Иркутска улица Урицкого. Ну, в общем, она стала вот приятная, очищенная более-менее. Вот фонари поставили, вообще как-то не вызывает раздражения. Ну, пожалуй, кроме вот этой вот кривой желто-блакитной катуали, которая закривила кровлю визуально, что совершенно не характерно для архитектуры этого места. Ну ладно, но я хочу обратиться к властям, к нашим. Дорогие вы наши власти, ну ладно, я уже закрою глаза на все эти иностранные вывески, там Райкер какой-то, Сандали, вот. Ну уберите, ради бога, вы вот эти бородавки, вот этот ларек с вот этой Кока-Колой. И вот эти две бандуры, которые перекрывают, ну вы посмотрите, как они перекрывают людям вообще проход, визуальные все точки, которые как раз направлены-то на лучшие моменты нашего города. И посмотрите, что происходит. И вот вместо того, чтобы смотреть на вот эту красоту, вот эту вот, мы смотрим вот на эту дурь, самую настоящую. Вот она закрывает весь город, она закрывает новую архитектуру. Я уже про знаки сейчас пока молчу, вот эти гаишные, с ними отдельно разбираться надо. Но вы посмотрите, вот как я, художник, вижу наш город, вот как я его вижу. Вы видите что-нибудь вот из-за этих бандур? Посмотрите, улица открывается. Открывается улица Карла Маркса, да? Мы идем по ней. Вот смотрите, люди идут по тротуару, потом они сворачивают, обходят вот эти вот бандуры. Вот эти вот. Они же стоят буквально на тротуаре. Ну, это же... Ну, я понимаю, что вы с этого получаете деньги. Я с этого денег не получаю. Вот с каждой с этой бандуры в городскую казну идут деньги. Я понимаю. Вам эти деньги, наверное, нужны. Вы посмотрите, как закрывает вот этот шикарный, прекрасный фасад угловой вот этого старого здания. Вот это вот дурь кислотная. Вот. Но посмотрите вы на это глазами человека, любящего город. Посмотрите вы на это глазами художника. Я уж про архитекторов молчу. Но вы посмотрите, вот открытая, нормальная, хорошая перспектива улицы. Стоит сделать шаг влево, и мы вот утыкаемся лицом вот в это, которое перекрывает нам всю улицу. Я не знаю, каким образом вот на таких важных участках, очень важных, но буквально на тротуаре, появляется реклама. Я думаю, что, наверное, те, кто вот здесь размещает рекламу, платят за это очень большие деньги, но это же буквально перекресток от центральных улиц города. И я прекрасно понимаю, что эта реклама здесь, наверное, работает, якобы работает. Я не знаю, на кого она работает. Я уверяю вас, что на меня она работает отрицательно. Я ненавижу вот этот Билайн, я ненавижу вот этот Флайботс какой-то. Я их ненавижу, потому что они презирают меня, они на меня унижают мое вот достоинство иркутянина. Не знаю, как ваше, но я когда иду по тротуару, вот я иду по тротуару, например, вот тротуар, более-менее нормальный, еще не изгаженный, да? И вот я иду по этому тротуару, и чтобы пройти дальше, я должен обойти вот эту бандуру, уткнуться носом вот в эту ерунду, вот в этот, извиняюсь, задний проход монарха. Почему здесь задний вход-то этот самый вот? Русский холод, ну да, стоит на самом лучшем месте, я их поздравляю, но я не поздравляю иркутян. Ну и вот, и идем дальше. И вот каждый человек, проходящий по Карла Маркса, так услужливо написали Пестеревской, слава богу, начали выполнять мои пожелания. Но и также услужливо написали Урицкий стрит по-английски. Да, ну да, конечно же, здесь у нас англичане сплошные ходят, и американцы. Вот. Ну и посмотрите, что произошло. А здесь какая-то девка, что-то нам по-китайски рекламирующая. Вот большего унижения, большего презрения к людям трудно представить от лица, ну, городской власти, я скажу так. Ну, не самой, может быть, вот этой вот городской власти, а тех, по крайней мере, кто, ну, каким-то образом
этим занимается, а главное, тех, кто на этом зарабатывает. Вот эти люди, которые этим занимаются, размещая вот эту фигню на самых проходных точках, они зарабатывают на нам, на нас, на нашем пространстве, на нашем городе, на горожанах. Вот. Они говорят, что они с этой рекламы якобы там в казну что-то получают. Я этого не вижу. Я этого не вижу. Я вижу только вот каждый раз, проходя по городу, я чувствую унижение. Наверняка это унижение чувствуют и все иркутяне. Но, может быть, они его как-то так неосознанно чувствуют. Они его не формулируют, поскольку все-таки они не архитекторы и не художники. А я как архитектор упираюсь вот каждый раз вот в эту рекламу. Я... Знаете, иногда просто физически плюю на нее, потому что, ну, как я еще могу ответить на это оскорбление, на оскорбление моего человеческого, городского, горожанского достоинства. Ну и посмотрите, что происходит. Вот там вроде бы открывается какой-то вид, там вроде бы что-то построили новое. Не будем уж говорить про качество, там построили что-то яркое, новое. Но мы же этого не видим, мы видим вот это. Все. Вот для меня прогулки художника по городу Иркутску, к сожалению, связаны вот с такими постоянными отрицательными эмоциями. Несчастный я человек. Счастливы те, кто, те начальники, те богатые люди, которые здесь не ходят, которые не ходят вообще по городу, которые ездят так вот, проносятся на своих мерседесах. Вот. От своего офиса на свою дачу. И не понимают, что, в общем-то, в этом городе живет много людей. Архнадзор. 10 июля 2018 года, Иркутск. Вот еще переход, улица на тему издевательства над горожанами, над пешеходами. Посмотрите. Итак, пешеходный переход. Ну, то, что здесь поставили посередине столб какой-то, о который кто-нибудь споткнется. Ну, прямо посередине пешеходного перехода так воткнули столб. Это для наших гробостроителей похабовских нормальное дело. Вот так вот мы идем, да, и прямо в столб. Ну, дело-то не в этом. Ну, вот мы перешли дорогу. Вот давайте. Мы перешли дорогу. Ну и куда мы пришли? Куда мы пришли-то? Куда они нас привели? Это же тротуар. И вот эта вот бандура стоит посредине. За бандурой стоит этот киоск. Они заставляют меня вот так вот это все обходить, либо вот ютиться здесь, проходить. Там еще одна бандура. Либо обходить с этой стороны. Здесь я натыкаюсь на урну. Здесь лужа. И вот я кругами такими хожу по городу, по улице. А это прямая якобы улица вообще-то, да? А тут еще одна бандура, такая же. Вот кроме как желания плюнуть на нее, у меня нету никакого, потому что это вот оскорбление моего, можно сказать, достоинства. Ну, посмотрите, вот он тротуар, вот мы по нему идем. Вот люди ходят, нормальные люди ходят по тротуару. Вот вроде бы широкий. Потом он сужается там опять до 3 метров. Тоже, ну ладно, за счет озеленения, бог с ним, простительно. А теперь смотрим опять. Вот мы идем, идем, идем. Нам надо перейти на ту сторону улицы. Что мы видим? Мы видим вот такое вот издевательство. Кроме как издевательство, я это назвать никак не могу. Вот я должен повернуть направо, обойти вот это все. Но это они, наверное, заставляют меня читать. Они меня, наверное, заставляют упереться лбом вот в этот киоск и купить мороженое. Они заставляют меня вот так вот маневрировать, зайти сюда и пролезть вот в этот узкий проходик. Вот, посмотрев на эту якобы рекламу, непонятно, пролезть в этот узенький проходик, перейти на ту сторону, чтобы на той стороне споткнуться о тот оранжевый столб, который стоит посредине. Интересно, кто-нибудь порвал себе штаны об него или нет? Ну вот кроме как дурдомом я это все назвать не могу. Господа, кто этим занимается? Я не знаю, кто этим занимается. Вы объясните мне, зачем вот это все? Зачем вот это вот издевательство, вот это вот, вот,
Вот посредине улицы стоящая бандура. И это весь город так заставлен. Вы зачем нам дорогу-то перекрываете вот этим всем? Зачем вот здесь вот урна-то стоит посредине? Буквально посредине тротуара стоит урна. Вот какому идиоту понадобилось ее здесь поставить? Какому идиоту понадобилось поставить вот эту бандуру посредине тротуара, перегородив дорогу? Вот на тротуаре, вот посмотрите, прямо на тротуаре. Идиот. Идет переход, переход идет. Люди упираются в бандуру, упираются в киоск, упираются во вторую бандуру, обходят еще один киоск, чтобы выйти вот там на улочку, на тротуарчик маленький. Все. Идет человек, идет униженный. Если вы этого унижения не чувствуете, вы, наверное, уже счастливый человек. А вы уже адаптировались к этому издевательству над вами. Я вас поздравляю.